Итак, начнем. Компания Волк, она меняет очень сильно жизнь людей. Вы когда-нибудь задумывались, насколько быстро летит время? Вот если брать сегодняшнюю ситуацию, в которой вы находитесь, у каждого разная абсолютно ситуация. Вы думали, насколько изменится эта ситуация через 5 лет? Потому что вот эти 5 лет, они пролетают совершенно незаметно. Если вы оглянетесь назад, вот то, что было 5 лет назад, скорее всего, ситуация была абсолютно точно такая же. Очень-очень небольшого количества людей, она хоть как-то меняется. А в основном, вот я даже по себе помню, ходишь на работу и ничего не меняется. Работа, дом, дом, работа. И так каждый день, единственное, что иногда бывают выходные. И если у вас есть мечта купить себе квартиру или новый дом, машину, больше времени проводить с семьей, больше путешествовать, заниматься благотворительностью, то каждый понимает, что нужно что-то менять, потому что в большей части, когда люди зарабатывают до 30 тысяч, потому что это уже средняя зарплата по России, некоторые гораздо меньше зарабатывают, то это сделать невозможно. Даже если кредит взять, там ипотеку, если вы зарабатываете 30 тысяч рублей, вы не сможете реально ее выплатить, потому что вам практически 20 тысяч нужно будет платить ежемесячно. И каждый человек понимает, что есть всего несколько способов, как поменять свою жизнь. Если вы ходите на работу, то вы, значит, входите в такой клуб 40-40-40. То есть клуб людей, которые работают 40 лет, 40 часов в неделю, и когда выйдете на пенсию, вы будете получать 40% от своего заработка. Вот абсолютно невозможно на эти деньги жить. И очень большая вероятность того, что могут уволить в любой момент. Но если вдруг нашли кого-то лучше, или какая-то ситуация изменилась, или компания обанкротилась, или что-то еще произошло, просто начальство не понравилось, выкинули, и потом заново нужно искать работу. Заново нужно искать место, куда возьмут, и в основном, если человек признается, вот у меня тоже такое было, я когда работал, очень большой страх, то что уволят, опять ищи, опять заново что-то делать, и ничего не меняется. Да? Некоторые задумываются о том, чтобы создать свой бизнес. Но бизнес – это, конечно, очень классная вещь. Очень многие люди, которые начинали создавать свой бизнес, они понимают, что в самом начале вроде бы кажется, что это очень классно, круто, будешь работать на себя, хочешь. А потом оказывается, что, во-первых, нужны большие инвестиции. Если вы в свой бизнес вкладываете менее чем 1,5 миллиона рублей, ну это для России, у нас здесь вот присутствуют и представители Украины, у нас другая ситуация, то у вас бизнес просто не пойдет. Да? Потому что нужно арендовать помещение, нужно закупить продукцию. Нужно получить достаточно много разрешений и так далее, и тому подобное. И поэтому люди, которые вкладывают достаточно небольшие деньги, продажами. И 90% предпринимателей, неважно там какой формы предпринимательства, они обанкротятся в первый же год работы. На второй год еще 9%. То есть выживаемость предпринимателей через 2 года 1%. Вот тот, кто занимался предпринимательством, он понимает, что это очень большие риски. Это и постоянные проверки, это постоянный стресс, это ситуация на рынке, смотря чем вы занимаетесь. И очень многие, которые занимаются предпринимательством, они понимают, что нужно искать какой-то выход, потому что никто не подскажет. Очень большая конкуренция вокруг.
И постоянно чиновники все время ставят какие-то препятствия в развитии бизнеса. То проверки, то налоги, то еще что-нибудь. Есть, конечно, возможность выиграть деньги в лотерею. Но вот у нас сегодня присутствует 15 человек. В чат напишите, кто хоть когда-нибудь выигрывал деньги в лотерею. Шансов очень мало. Да? И я, конечно, понимаю, что есть компании, которые называют себя псевдофинансовыми. Там финансовые пирамиды – это то же самое, как лотерея. А выиграть практически невозможно. Вот это все создано для того, чтобы люди принесли свои деньги и никогда их не смогли забрать. Вариантов очень много. Компаний очень много, которые вот занимаются лотереями. На улице стоят, или в интернете, или еще что-то. И получается ситуация, что человек начинает искать выход. Как же реализовать свои мечты при такой возможности? А на самом деле есть выход, есть реальная возможность изменить свою жизнь. Потому что есть компании, которые действуют по методу франшизы. Франшиза – это готовый бизнес под ключ. Если вы хотите заниматься бизнесом, если вы об этом задумывались, то моя рекомендация – брать франшизу, потому что вы получаете готовую инструкцию к ведению бизнеса. Вам не надо продумывать бизнес-план, а достаточно мало людей, они умеют это делать. А еще меньше людей, тех, которые мало того, что могут создать бизнес-план, они еще могут создать рабочий бизнес-план. Вот это важнее всего. А здесь готовый бизнес-план, который откатан. Например, есть очень много компаний, там Макдональдс и так далее, тому подобное. Тот же МТС, тот же Связной, тот же есть в России. Откатанная технология, вы берете готовый бизнес и работаете. Единственный вариант – это лицензия стоит очень дорого. Самая минимальная, которую я слышал, это 5 миллионов рублей. Если нет такой возможности, то воспользуйтесь нашей компанией, потому что у нас мини-франшизы. Это не такие большие деньги, но готовый бизнес под ключ. И компания Wolt Global Network – это возможность, которую ждали очень многие люди. И вот я как раз-таки с гордостью ее представляю. Компания буквально очень быстро влетела на рынок и на сегодняшний день уже котируется на бирже в США, OTC Market. То есть компания уже признана на мировом рынке, компания, которая уже открытая, можно полностью все посмотреть по поводу компании, кто владелец, кто совладелец, акционеры, насколько компания популярна в данную секунду, то есть не просто вот в этом месяце. Вы можете увидеть, насколько компания котируется в данную секунду времени. Потому что биржа, она выставляет котировки в онлайн, и уже видно, насколько акции популярны. А популярность акций говорит о популярности компании. И компания имеет на сегодняшний день 6 офисов по миру. Очень скоро еще откроется несколько офисов. Центральный офис у нас находится в Великобритании, в Лондоне. В самом центре экономики Лондона, на втором этаже Королевской лондонской биржи. На сегодняшний момент мы уже на последней стадии выхода на эту биржу, и мы уже будем котироваться на двух биржах. Есть представительство в России, есть в Сингапуре отдел, который занимается финансами, в США отдел, который занимается патентами и разработками. В Ирландии у нас находится подразделение, которое отвечает за рекламу, за договора с рекламодателями. И в Китае у нас находится завод по производству устройств. То, что касается компании, она сейчас очень быстро вошла в две бизнес-ассоциации. Это DSA, Ассоциация прямых продаж Америки. Ассоциация, которая следит за легальностью бизнеса и за качеством. Потому что очень многие столкнулись, что сейчас качество продукции, оно страдает. Если вы покупали мобильное устройство и столкнулись с каким-то браком, вы сталкивались
с тем, что практически невозможно заменить телефон или планшет или вернуть деньги. Очень тяжело это сделать. А у нас в компании, так как мы входим в DSA, ассоциация очень жестко за этим следит. А у нас это, если и вдруг там редкость случается что-то, тут же все это меняется, тут же полностью не ремонт делается мобильного устройства, а полностью происходит замена. Плюс к этому мы входим в Сингапурскую бизнес-федерацию. Федерация, которая отвечает за высокие технологии. И у нас компания уже начинает выходить на передовые позиции, мы начинаем обгонять большинство компаний по разработкам. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. То, что касается президента компании, это Фабио Гальди, итальянец, достаточно молодой, и он не новичок на рынке технологий. С 94 года у него интернет-провайдер. Но уже на сегодняшний день второй по величине в Италии, пятый в Европе. Образована в 97 году компания Mikatek. И каждый человек на сегодняшний день пользуется теми разработками, которые сделала его команда. Это тачскрин, управлением пальцем. Если у вас телефон или планшет управляется пальцем, то это была разработка как раз таки команды Фабио Гальди. Очень много-много там патентов, разработок, и на сегодняшний день он не останавливается. Вот буквально пришла новость о том, что у нас сделана особая разработка, я расскажу об этом буквально минут через пять. И уже весь мир начинает удивляться, насколько вот этот человек амбициозен, насколько у него вот идеи просто хлещут, и он попадает именно в данное время, в данное место, вот именно в точку, когда это необходимо. И у него возникла мысль создать компанию, которая меняет жизнь людей на таких глобальных индустриях, как прямые продажи и инновационные технологии. При этом не нужно думать о том, чтобы самому заниматься тем, открыть магазин, стоять за прилавком. Вы меняете жизнь людей, создавая команду и благодаря маркетингу отношений. А маркетинг отношений позволяет вам напрямую взаимодействовать с компанией-производителей. Когда вы начинаете экономить деньги? То есть, когда мы покупаем какую-то вещь, то мы начинаем платить за посредников. Есть оптовики, есть обычные магазины. Каждый человек понимает, что что бы он ни купил, если это пошло по обычной линейной схеме, то был завод-производитель, потом оптовики, там крупные, потом мелкие, потом магазин. Каждый из посредников делает надценку. Плюс к этому очень много денег тянет реклама. И мы за это платим. Мы, клиенты, за это платим. А когда вы напрямую покупаете у компании-производителя, то вы можете экономить деньги. Вот на сегодняшний момент это очень становится актуальным, и компании-производители стараются выйти напрямую к покупателю для того, чтобы уже убрать вот этих посредников, наценки и стать более популярной среди покупателей. И этот бизнес начинает очень быстро, вот за последние 50 лет расти. 177 миллиардов долларов ежегодного товарооборота в компании прямых продаж. И очень много людей начинают зарабатывать на этой индустрии. Но цифры вы сами видите, уже озвучивать не буду. Все это можно посмотреть в интернете. То, что мы предлагаем, инновационные проекты и продукты. У нас собственный центр разработок и исследований. Все наши технологии, они запатентованы. И те технологии, которые мы предлагаем, аналогов не будет. И у нас собственное производство, в том числе на наших собственных электростанциях. То есть здесь мы уже экономим и на производстве, и на потреблении электроэнергии, за счет чего удешевляется наша продукция. Компания World Global Network, она состоит из двух глобальных ветвей, два направления.
Это компания World Energy, компания, которая отвечает за энергетические решения. И компания Global Mobile Network, компания, которая отвечает за мобильные технологии, коммуникации и рекламу. Итак, рассмотрим первую компанию World Global Network. Наша продукция – смартфоны, планшеты. Вы видите их технические характеристики. Кому будет интереснее более подробно, можно зайти на сайт, там более подробно, с видео. Ну, я вам так скажу. Да, вот попробовав телефон, я думаю, что из каждого, вот у нас сейчас подсоединяются люди, уже 22 человека, у каждого были разные телефоны. У меня их было великое множество, я даже сейчас посчитать не могу. Вот используя Volt Phone 4, я понимаю о том, что это совершенно телефон, который отличается от остальных. Он шикарно работает, у него те технологии, которых еще нету в мире, которые даже еще не задействованы. Да, ну, те, кто использует, тот подтвердит. Volt Mini Tab. Планшет, который на внешний вид ничем не отличается от остальных. Единственное отличие, это то, что я, например, когда начинаю с ним работать очень активно, да, у меня батарейки хватает на 2 дня. Ну, это из моего личного опыта. Ни один планшет не выдерживает такую работу. Ну, обычно у меня планшеты хватали на 2-3 часа, это максимум. Ну и приходилось бегать искать розетку. А здесь я могу спокойно 2 дня активно работать в интернете с документами и так далее и тому подобное. И этот планшет выдерживает. И у нас появляется будущее, носимые технологии. Да, это то будущее, которое сейчас молодежь очень сильно ждет. Компании очень рекламировали это направление. Это очки компьютер, это специальный смартфон-браслет, это кулон, это кольцо. Но об этом уже будет объявлено буквально с 4 по 6 у нас событие в Сингапуре, когда на весь мир мы объявим вот эти носимые технологии, все технические характеристики. Мы покажем их миру, и мы будем одна из первых компаний, которая запускает это направление в мире. Да, вы представьте, что молодежь уже сидит и ждет, где это можно купить. Просто практически нигде не продается. А партнер компании, да, он прекрасно знает, что у него в интернет-магазине это есть, и когда молодежь начнет искать, обратятся именно к нему. И мало того, что он сам может это использовать, он это может предложить буквально большому количеству населения. И то, что касается наших приложений. У нас приложения, которые позволяют вести бизнес в интернет, но можно это использовать не только в бизнесе, но и в личной жизни. Программа SoftSim аналогична Skype. Вы можете общаться друг с другом на видеосвязи. Отличие от Skype то, что вы можете с помощью обычной сим-карты общаться на видеосвязи. Очень важно для людей, которые путешествуют или у них родственники разбросаны по миру. Позвонили на телефон, видите человека. Потому что слышать это одно, а когда вы и слышите, и видите человека, это совершенно другие ощущения. Плюс к этому есть супер тариф, супер фриволд, безлимитное общение $45 по миру. Можете звонить сколько угодно, на городские, на сотовые телефоны по миру, и всего лишь за это заплатите $45. Чуть больше 1000 рублей. Можете путешествовать с этим тарифом. И очень классная вещь, когда вы устанавливаете эту программу на телефон, на смартфон свой, да, то высвечивается именно ваш номер. Вам не надо бегать, объяснять, что вы звоните с другого номера. Вы просто привязали номер, и во время звонка высвечивается именно ваш номер, человека это не пугает. Можно установить это все на планшет. Наша конференц-комната, вот, в которой вы сейчас присутствуете, позволяет на 32 человека пообщаться на видеосвязи. 1000 гостей. Но вы, например, хотите кому-то что-то сказать, поздравить, или лично что-то сказать, но не знаете, когда это прослушивает человек. У нас есть такой классный инструмент, как видеовизитки. Вы записываете свое обращение, когда вам удобно, какое вам удобно. Да, вкладываете видео, делаете открытку, а у нас конструктор. Элементарно, там даже у нас пенсионеры
буквально за 3-4 минуты справляются с этим. И отсылаете. И человек смотрит, когда ему удобно. И вместо того, чтобы писать длинные-длинные тексты, вы можете просто буквально несколько секунд надиктовать, отправить, и будете видеть то, что ваше сообщение просмотрено. Да, потому что там есть счетчик, он показывает, насколько это популярно. И вот те партнеры, которые это используют, они уже видят о том, что если вы просто на видео записали, выложили в YouTube, это одно. Там одно количество просмотров. А когда присутствует еще красочная картинка, то количество просмотров увеличивается в десятки раз. И есть определенная уже статистика, проверенная. И то, что касается рекламы. У нас сейчас запускается новая программа. Вот была программа AdCash. Программа, которая устанавливалась на телефон, она приносила деньги. У нас она видоизменяется, и уже человек начнет получать очень скоро в два раза больше. Не только деньги на телефон, да, не только деньги за входящие звонки, но еще и скидки. Да, и как это будет происходить, я вам сейчас включу видео. То есть вы устанавливаете программу, которая называется AdCoins, через Play Market, и у вас происходят звонки входящие. Да, абсолютно не важно, кто вам позвонил. Но за каждый звонок вам начинают начислять деньги. За каждое входящее смс и ММС. Но при этом вы можете зарабатывать еще дополнительные деньги, если начнете рассказывать об этой программе. Да, людям, которые находятся вокруг, друзьям, соседям, родственникам и так далее и тому подобное. И второе направление компании. Проект возобновляемой электроэнергии Power Cloud. Да, смысл проекта в том, что мы строим электростанции. Человек может приобрести фотогальваническую панель, да, ну, на картинке вы ее видите, и участвует в строительстве самой крупнейшей электростанции в мире. Это вот не просто заявление какое-то, это тот факт, который уже происходит, и уже очень многие компании нас заметили, очень многие страны нас заметили. И если мы начинали с Румынии, это была первая страна, которая нам дала возможность строить электростанции. То есть сейчас на нас уже обратила внимание и Япония, которая очень сильно нуждается в электроэнергии, и она нам позволила очень быстро строить маленькие электростанции, которые вот мы сейчас строим, и запускать их в производство. Да, но в чем смысл проекта, вы сейчас посмотрите на видео. Энергия, потребляемая нами каждый день, является причиной изменения климата, загрязнения окружающей среды и ухудшения здоровья людей. Потому что это энергия, которая чрезмерно зависит от угля, нефти и природного газа и разрушает нашу планету. В течение следующих 25 лет население мира достигнет 9 миллиардов человек. Спрос на энергию вырастет на 30%, а с ним и выбросы CO2. Поэтому необходимо создать модель разработки и производства энергии на базе экологически чистых технологий и возобновляемых источников. А может, изменим положение вещей вместе? Прими участие в крупнейшем в мире проекте возобновляемой энергии – Power Clouds.
OurCloud дает возможность каждому из нас стать частью энергетической революции, происходящей на планете. Мысли глобально, действуй локально. Маленькие, но ценные шаги, сделанные в направлении общей цели, приводят к достижению невероятных результатов. Как это работает? PowerCloud строит солнечные электростанции, солнечные фермы в различных точках планеты, там, где присутствуют лучшие условия с точки зрения льгот и социально-политической стабильности. Люди со всего мира приобретают солнечные панели Power Unit, установленные на солнечной ферме в стадии строительства. Станция начинает производить возобновляемую энергию, генерируя доходы для всех, кто приобрел Power Units. Чистая энергия поступает в потребление во всем мире, в наши города, в наши дома, в жизнь каждого из нас. Наша цель заключается в создании всемирной сети фотоэлектрических панелей, формирующих самую большую на планете станцию по производству возобновляемой энергии – Power Clouds. Это амбициозный, безграничный проект, который приносит прибыль всем тем, кто принимает в нем участие, спасая планету и охраняя ее обитателей. Это безопасная инвестиция в инновационную и консолидированную технологию с короткими темпами возврата первоначального вложения и получением высоких доходов. Используй калькулятор, чтобы решить, сколько Power Units приобрести, с пользу которую ты принесешь планете. Следи за всеми этапами строительства станций. Держи под контролем их производство и количество вредных выбросов, которые удалось избежать. Стань частью проекта, захватывающего тысячи людей во всем мире, принося пользу всем, в том числе будущим поколениям. С Power Clouds у тебя есть уникальная возможность стать двигателем перемен для себя и идти в ногу с меняющимся миром. Напишем вместе новую историю. Power Clouds. Новая энергия для планеты. То есть, для того, чтобы вы понимали, в чем модель бизнеса. Вы покупаете солнечную панель и сдаете ее в аренду компании Power Cloud, которая строит электростанции. За то, что вы сдали в аренду на 20 лет по лизинговому договору, вы начинаете получать арендную плату. В любой момент вы можете эту панель подарить, да, если вы хотите обратно вернуть компанию, то только через 2 года, да, и компания вам возвращает сумму. То есть все это прописано в договоре аренды. Но, кроме того, вы начинаете еще и зарабатывать доход. Арендная плата составляет от 14% годовых от стоимости панели. И вот на сегодняшний день это из гарантированных дивидендов самый высокий. Вот я смотрел по миру, да, вот просто не только Россию взял, а по миру, возможности, куда вложить деньги и получать проценты. Из гарантированных, застрахованных, это самый высокий процент. Да, есть, конечно, выше, но там уже идут риски, и там нет никаких гарантий, что вы вернете свои деньги. А есть люди, которые хотят рисковать, они могут рисковать. А есть люди, которые хотят просто положить деньги, получать дивиденды спокойно, не волнуясь. И в дальнейшем, каждые 20 лет вы можете продлять этот договор, плюс к этому, да, вы можете оставить все это по наследству. Вы можете забрать себе солнечную панель. Да, и вот то, на что я ориентируюсь, это если брать вот возможности, которые были у нас там 20 лет назад, 25 лет назад, у наших родителей, дедушек, бабушек. Вот я думаю, что каждый человек хотел бы сейчас попасть в то время, да, вот в машину времени на 25 лет назад, там на 20 лет назад. И сказать своим родителям, дедушкам, бабушкам: ребята, берите как можно больше имущества, которое раздают. Потому что давали землю под строительство, раздавали квартиры и так далее и тому подобное. А 20 лет назад так вообще дарили акции компаний крупных. И Газпрома и так далее, там вот и банков дарили акции. Просто реально дарили. Или продавали за копейки.
Вот каждый, я думаю, хотел бы попасть в то время и сказать: ребята, берите как можно больше для того, чтобы сейчас этим пользоваться. Вот наступило то время, когда вы сейчас можете принять решение, которое повлияет не только на ваше будущее, но и будущее ваших потомков. Да? И они смогут получать дивиденды, которые вы сейчас можете создать. А спустя 20 лет вы решаете для себя, что дальше делать с этой солнечной панелью, с вашей собственностью. Вы можете обновить контракт на следующие 20 лет. И следующие 20 лет получать дивиденды. Вы можете перепродать вашу солнечную панель обратно компании, компания возвращает деньги. Можете забрать свою солнечную панель, указываете, куда ее доставить, и вам ее доставляют. Да? Есть люди, которые мне говорят: о, 20 лет это слишком большой срок. Я говорю: слушай, вот у тебя уже 20 лет, если прошло, да, если тебе больше, чем 20 лет, скажи мне, пожалуйста, насколько долго это все было? Вот прямо сейчас для себя определиться, насколько быстро или долго для вас прошли эти 20 лет. Обычно это пролетает совершенно незаметно. Но при этом можно думать не только о себе, но и о своих потомках. А если у вас есть дети, может быть, будут дети. Да, но этот вопрос нужно решать сейчас, потому что вот золотая лихорадка по поводу энергетики начинается именно сейчас, а не когда-нибудь потом. Да, потом невозможно будет зайти на этот рынок, потому что мы очень сильно зависим от Киотского протокола. А Киотский протокол очень скоро закончит свое действие. И те, кто не успел попасть на этот рынок, он не попадет никогда. Вот запомните вот мои слова. Да, и у вас есть выбор. Некоторые хотят просто купить себе солнечную панель, установить себе домой. Вот буквально я вчера встречался с одним из бизнесменов, который говорит: я себе построю, поставлю себе домой. Мы взяли, посчитали. Средний дом нужно 20 солнечных панелей. Более 25 тысяч долларов, почти 30, нам необходимо вложиться, чтобы обеспечить свой дом электроэнергией. Человек начинает экономить в среднем около 2000 рублей. Да? Вот посчитайте затраты. 30 тысяч долларов человек вложил, экономит ну, максимум 3000 рублей, которые он мог бы тратить на электроэнергию. Срок окупаемости 27 лет. А возможность того, что град пойдет, никто не отменял, и все панели могут быть побиты. Плюс к этому нужно получить разрешение. Да? Не важно, что это ваш дом, вы еще должны получить разрешение на установку солнечных панелей. И вот с этим сталкиваются владельцы частных домов. Если вы живете в квартире, дом не вам принадлежит, а там несколько этажей, вы не сможете установить солнечную панель. Просто реально не сможете, вам никто не даст разрешение. С компанией PowerPlat вы можете не такие огромные вложения вкладывать, а если у кого-то есть возможность, то этому инвестору посчитали даже 25 тысяч долларов он вкладывает и получает дивиденды порядка там 30 тысяч рублей. Представьте себе, экономит. То ли он экономит 3000 рублей, то ли он получает доход 30 тысяч рублей. Вот этом сразу была разница. Срок окупаемости 5 лет. Панель застрахована. Застрахована полностью электростанция. Если что-то случается, страховая компания Альянс, которая нас страхует, немецкая компания, она полностью выплачивает, и компания восстанавливает полностью всю электростанцию. Ну или одну панель, смотря что случилось. Страхует и от неправильного подключения, там перепады напряжения, или град побил, молния ударила, или мародеры залезли, побили. И абсолютно доступно для всех. Потому что не нужно вкладывать безумные деньги, вклад достаточно небольшой, который может позволить абсолютно каждый. И никаких волнений, вам гарантируются такие доходы. Да? Но мы начинали буквально год назад. Буквально год назад мы только-только все это начинали, и вот как все это происходило,
наши первые станции, как они были запущены, можно посмотреть в интернете. Но я вам сейчас покажу, как выглядят наши первые три электростанции в Румынии, город Скорнечесте, наша самая большая гордость в марте месяце этого года. Начинает возникать, как же можно зарабатывать. Вы должны помнить о том, что не нужно быть экспертом, но при этом вы должны понимать, что нужно инвестировать свое время. Для того, чтобы создать большой бизнес, вы должны инвестировать от 2 до 5 лет. Согласно нашему плану, который предлагает компания. Если вы будете действовать по инструкции, которую дает компания, вы гарантированно достигаете результата и даже могу сказать так, вы достигаете того результата, который даже сами не ожидали. У нас уникальный бизнес-план. Да? У нас присутствует резидуальный план компенсации с пассивным доходом, который не присутствует ни в одной компании. И об этом мы сейчас поговорим. Нужно начинать с того, что пригласить людей, да, в этот бизнес. Нужно пригласить более 2 человека, чтобы начинать зарабатывать. Вот я, например, пригласил 2 человека, и в первый месяц я вышел на доход от 2500 долларов в неделю. В общей сложности было заработано более 5000 долларов в первый же месяц работы. Вот я такого не видел абсолютно нигде, пригласив просто 2 человека. И у вас это то же самое начинается. Вы просто пригласили 2 человека, которые хотят поменять свою жизнь. Не нужно приглашать тех, которые не хотят менять свою жизнь. Вы пригласите именно тех, которые хотят менять свою жизнь, и они будут одновременно с вами начинать развивать этот бизнес. И очень важно, чтобы 2 ваши команды, левая и правая, развивались равномерно. Начинают развиваться команды. Вы начинаете зарабатывать до 150 долларов за то, что происходит в ваших командах. Кто-то купил телефон, кто-то планшет, кто-то купит нательное устройство, кто-то купил солнечную панель. За все это компания начинает платить деньги. Все, что бы ни произошло в ваших командах, не ограничено по глубине. Вы начинаете зарабатывать. Единственное ограничение вот именно в этом виде – выплат – это 150 тысяч долларов в неделю. Ну, я думаю, достаточно приятное ограничение, до которого еще надо несколько лет работать. При этом вы, когда начинаете зарабатывать, каждую неделю поступает какая-то сумма денег. Да, и 5% откладывается в копилку. Через год вы будет выплачена 13 зарплат. Я когда получил свою первую 13 зарплату, компании, я понял, что жизнь удалась, что
то можно себе очень-очень хорошо и много себе позволить. Да, у нас даже люди, которые покупали себе на 13 зарплату и квартиры, и машины. Да, вот достаточно приятная такая зарплата. А есть бонусы, которые выплачиваются сразу, моментально, потому что люди, которые только пришли в компанию, очень часто нуждаются в деньгах здесь и сейчас. Очень многим деньги нужны были вчера и позавчера. Поэтому как только вы приходите, вы можете тут же заработать. Во-первых, это с продажи через интернет-магазин. Продавая телефон или планшет, вы тут же зарабатываете 10 до 20%. На, пригласив человека в бизнес, вы зарабатываете от 10 долларов до 240 долларов. И те, кто начинают развивать свой бизнес, они понимают, что очень классная возможность. И не нужно ждать там конца недели или конца месяца, когда вам выплатят что-то. Вы сразу зарегистрировали, тут же получили, тут же смогли воспользоваться этими деньгами. Как только вы пригласили человека и научили его зарабатывать, приглашая еще двоих, вам компания платит еще брик-бонус 20 долларов за каждую первую пару, которая возникает под лично приглашенным. И ваша карьера начинает строиться. Вы должны вывести на зарплату, на заработок как можно больше людей. Потому что вы получаете, я его называю авторским гонораром, ну, называется генеративный бонус. Да, потому что как только вы начинаете выводить на заработок ваших людей, которые вы пригласили, вы начинаете зарабатывать от 10 до 30% с его чека. Да, вот это начинает классно быть. Когда вы вывели на зарплату человека и начинаете получать с этого проценты. Чем больше у вас лично приглашенных на заработки, тем больше ваш доход. Плюс к этому вы начинаете зарабатывать 5% с чеков со второго по седьмое поколение. То есть это люди людей. И чем больше ваш статус, вот здесь статусы показаны, тем больше такой доход. И он совершенно не ограничен в деньгах. Он совершенно не имеет никаких ограничений. Но первый статус бронза – это... самое минимальное. Если вы пригласили двух человек на большие пакеты, то вы уже перескочили этот статус. Да, то есть вы уже серебро. И совершенно очень быстро начинают закрываться статусы, если человек принимает решение работать. Плюс к этому компания позволяет еще иметь три очень классных бонуса за то, что вы один раз делаете какую-то работу. Как только вы выходите на бриллианта, а компания предлагает вам путешествие. Если вы, бриллиант это 10 тысяч баллов в меньшей ноге, в меньшей команде, или зарплата от 2 тысяч долларов, кому как приятнее звучит. Да, то есть, наверное, зарплата 2 тысячи долларов звучит гораздо приятнее, чем просто баллы. Если вы начинаете стабильно держать такую зарплату, усиленно работаете, то вы можете купить машину. Список у нас приведен. Там и Mercedes, и BMW, и Audi, и Tesla, и другие автомобили. Ну и компания начинает вам платить 1000 долларов в месяц за обслуживание этого автомобиля. Если вы очень амбициозный человек и достигаете больших квалификаций, то там другие автомобили и совершенно другие деньги. Вы можете зарабатывать с тем, что вы ездите на машине, и вы при этом еще можете ездить отдыхать за счет компании. И тот пассивный доход, о котором я говорил. За каждую установку AdCoin вы получаете по одному доллару еженедельно. Да, и навсегда. Вот сколько у вас установок произошло в вашей команде? Ну вот, например, на схеме. Да, 300 установок в левой команде, 400 50 установок в правой команде. Вы еженедельно начинаете зарабатывать 300 долларов. Если вы не хотите на этом останавливаться, вы понимаете, что вся команда начинает рассказывать о программе, начинает зарабатывать деньги, да, за то, что она установила эту программу, и у вас заработок начинает расти. Да, причем неважно,
Происходят какие-либо продажи в вашей команде или не происходят? Еще класс заработок. Это за каждую проданную панель вы получаете ежемесячно тоже по $1. Да, вот эти же люди, которые вошли к вам в команду, они могут купить не одну солнечную панель, а несколько солнечных панелей. И вы должны понимать, что если человек купил солнечную панель, эта солнечная панель навсегда остается под вами, в вашей команде. Может быть, поменяться хозяин панели, но она навсегда под вами. И следующие 20 лет вы начинаете зарабатывать по $1 за панель. Вот те же люди, которые установили себе программу, они могут купить себе подсолнечные панели. Кто-то купил одну, кто-то купил две. И получается, вот на той же схеме 400 солнечных панелей продано в левой команде, 550 в правой. Вы ежемесячно начинаете зарабатывать $400. Вот у меня, например, за год существования проекта PowerCloud продано уже 1500 панелей в меньшей команде. Да, $1500 в месяц падает пассивного дохода. Я понимаю, что это очень мало, что надо развивать гораздо больше и гораздо быстрее все это делать. Да, потому что компания предлагает абсолютно другие заработки. Да, можно усиленно начинать работать. Надо в первый месяц пригласить двоих, тех, которые хотят меня служить. Вот это вот средняя схема, которую предлагает компания. За год можно достичь более $10 000 пассивного дохода. И вы должны понимать, что того дохода, который вы достигаете за установки программы Эдкоин и за продажи солнечных панелей, ниже ваша зарплата уже не будет. Она может быть только выше, а ниже она уже не опустится. Вот это очень сильно вдохновляет. И тогда уже начинает вот этот вот пассивный доход с Эдкоин и с проданных панелей соединяться с бонусами. И вы начинаете получать настоящий резидуальный доход, который очень сильно меняет свою жизнь. А для того, чтобы начинать зарабатывать, вы должны выбрать ту лицензию, с которой вы начинаете. Вы сразу же у нас в компании выбираете, сколько вы хотите зарабатывать, какую зарплату вы хотите получать. А не так, чтобы вы начали, работаете, 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 и потом через 5-10 лет вы выходите на максимальный доход. Вы сразу, регистрируясь в компании, выбираете свой вид дохода, сколько вы хотите зарабатывать деньги. Первоначальный стартовый пакет – это партнерский, стоит $139. Но он в себя включает программное обеспечение, интернет-магазин и программу SoftSim, конференц-комнаты, видеописьма и программу Эдкоин, которая устанавливается на телефон и приносит деньги. Плюс к этому, у вас там месяц безлимитной связи по миру. Вы активируете и можете по миру общаться совершенно бесплатно. У вас $25 скидки на телефоны компании или на планшеты компании. Но вот на сегодняшний момент еще есть небольшое время, чтобы купить наш телефон буквально за $305. Но это чуть больше 9000 рублей. И чуть больше 8000 стоит планшет. Это был сделан подарок от компании. Буквально, как только закроется период, там, может быть, через несколько минут, надо будет посмотреть, компания оповещает заранее, цена чуть-чуть поднимется, да, там уже будет оптовая цена, а сейчас по себестоимости можно приобрести продукцию компании. Плюс к этому $50 скидки на солнечную панель. Вы регистрируетесь, через некоторое время вы захотите купить себе солнечную панель. Она вам выйдет на $50 дешевле. И когда вы начинаете считать, сколько же вы заплатили в компанию и что вы получили в итоге, вы очень сильно удивитесь, что вы получили гораздо больше, чем заплатили. Да, потому что компания обычно одаривает подарком. Но здесь заработки достаточно небольшие. Здесь возможность заниматься продажей мобильных устройств.
практически все. Ну и зарабатывать на своей сотовой связи. Если вы хотите развивать бизнес, то это уже бизнес-пакет. Это пакет мастера за $639. Туда входит такой комплект, который я рассказывал, за $100. На интернет-магазин и 5 сертификатов, 5 доступов по $100 на 5 человек. Вы первых 5 человек регистрируете, они по $100 отдают вам. В итоге вы заплатили все те же $139. Но при этом имеете гораздо больше возможностей. У вас и ограничение заработка гораздо больше. Но вы начинаете зарабатывать не 10% с оборота по мобильной индустрии, а 20%. Плюс к этому зарабатываете 10% с оборота вашей команде по энергетике. У вас еще нет своей собственной солнечной панели, но вы уже с энергетики начинаете зарабатывать. А энергетика в компании дает более 60% оборота. И если вы понимаете, что нужно сразу входить на максимум, то это тогда $1889. У вас там и тот же пакет, что я и прошлый, да, за $639. То есть для себя любимого пакет программного обеспечения для ведения бизнеса через интернет и вживую. 5 доступов для людей по $100 и $500 себе возвращаете. Плюс к этому солнечная панель, и вы начинаете зарабатывать 14% годовых. И мало того, вы еще начинаете зарабатывать 20% со всего товарооборота. И с энергетики, и с мобильной индустрии, и с новых направлений компании, которые сейчас вот буквально на днях уже компания объявит. Да? И вы понимаете, что за одну и ту же сделанную работу вы начинаете зарабатывать в 2 раза больше денег. Есть люди, которые хотят купить себе не одну солнечную панель, а вложиться и купить себе несколько. Можно купить или себе, или кому-то предложить. Потому что у нас есть инвесторы, которые покупают и 10, и 15, и 20, и 30, и 40 панелей. Есть у нас инвесторы, которые имеют более 130 панелей, но это в русскоговорящей Аманде. А за рубежом там инвесторы, которые имеют и больше панелей. Один инвестор, я имею в виду. Вы с этого зарабатываете бонусы. Сразу же, если вы продали, там, например, 10 панелей, вы сразу заработали $1500. И плюс к этому 5000 баллов. А 5000 баллов – это еще $1000. Да, то есть, продав 10 панелей первых, вы зарабатываете $1500. Вторые 10 панелей вы уже зарабатываете еще плюсом $2500. И вы становитесь энерджи-брокером, который очень быстро начинает зарабатывать на том, что очень интересует людей, а это вложение. Да, у вас 3 бизнес-центра. Вы участвуете в бонусах по максимуму и в объеме по энергетике. И тот объем, который проходит по мобильной индустрии, 20% с оборота. Уникальные продукты вы имеете в своих руках. Достаточно небольшая инвестиция, потому что 59 тысяч рублей вы бизнес никакой не начнете за эти деньги. Это практически никакая инвестиция. При этом не нужно иметь никаких складов. Да, у вас интернет-магазин. Вся доставка из Москвы. Да, если вы живете в СНГ или у вас клиент появился в СНГ. При этом вы можете вести международный бизнес, и у вас клиенты могут быть и за рубежом, по другим странам. И компания туда доставит продукцию. Вам не нужно об этом заботиться. Вам не нужно лететь в другую страну, получать лицензии, сертификаты. Об этом всем заботится компания, о доставке в том числе. И вы открываете свое собственное дело. И вы начинаете идти именно к своей мечте. Ну или мечте вашей семьи. Да, вы начинаете заниматься тем, что реализовывает именно вашу мечту. При этом, создавая бизнес, вы можете передать его по наследству. Очень много людей задумываются о том, вот как было бы хорошо родиться у кого-то из богатой семьи, да, чтобы мне передали бизнес по наследству. Но, к сожалению, богатых семей не так много, и шанс родиться там достаточно низкий.
Плюс к этому, если вам уже более 18 лет, у вас даже нет шансов, что вас усыновят в богатой семье. Поэтому нужно создавать свой бизнес самому. Приходится это делать. Но при этом вы, создав большой бизнес, уже начинаете передавать этот бизнес по наследству. И, ну, я так понимаю, что достаточно много людей захотят быть именно в вашей семье. У вас появится очень много родственников тут же. И с вами очень захотят при этом дружить. Вы можете подарить себе именно ту жизнь, о которой мечтал. Это путешествие. Да, вот когда я начал путешествовать от компании, даже вот в ту же Москву, казалось бы, что там можно было видеть. Вот я вижу партнеров, которые были одновременно со мной в Москве. Лотте отель. Один из лучших отелей в Европе. Да, я понял, что я такую Москву вообще не видел. У меня жена просто в шоке была от номера, который нам предоставила компания на неделю. Еще лучше был отель у нас в Рио-де-Жанейро, когда мы туда слетали и поняли, насколько классно можно отдыхать. Когда компания за тобой бегает, любую твою просьбу выполняет практически мгновенно. И как это происходило в компании, я вам сейчас покажу на видео.
podido olvidarte, no. Eso que habíamos quedado, que solo era algo casual, una noche y ya no más. Baby, discúlpame el atrevimiento. Me encanta todo de tu cuerpo. He viajado el mundo entero y así busqué en otros besos. Me atrevo a decir que ya no consigo. И я вам это показал для того, чтобы вы уже начали мечтать, потому что, вы знаете, я обычный врач, да, который, ну, не мог себе позволить даже иногда отдых на побережье России Черноморском. Да, когда начал уже видеть абсолютно другую сторону жизни, я понял, что здесь надо мечтать. И мечты начинают сбываться. И у вас уже есть шанс побывать в одной из точек планеты. Буквально вот через несколько дней решится судьба, какой из городов выиграет. На 11 географических зон боролись за право. Но на сегодняшний день осталось всего несколько городов, которые участвуют в выборе следующей поездки. Вот кому бы хотелось бы поехать в Париж, или в Дубай, или в другую страну? Посмотрите, какие это города замечательные. У вас еще есть возможность туда попасть за счет компании. We'll be right back.
У вас еще есть абсолютно возможность туда попасть, но нужно принять решение. И все зависит только от вас. Если вы решение принимаете именно сейчас, то вы становитесь как можно ближе к вашему человеку, который вас пригласил. И начинаете создавать уже свой бизнес. Потому что золотая лихорадка началась именно сейчас. И очень многие хотели бы поучаствовать в золотой лихорадке, которые были в 17 веке, когда в Америку делили, и можно было все взять себе сколько угодно земли. И можно было поучаствовать в золотой лихорадке, которые были в 90-х годах в России, когда можно было тоже делить очень хорошо. Да, но, к сожалению, это уже упущено. Есть уже золотая лихорадка в мобильной индустрии и в энергетике, когда можно поучаствовать в строительстве самых крупнейших электростанций, в запуске инноваций, и значит вы будете зарабатывать гораздо больше. Если вы начнете завтра, а у меня были люди, которые долго думали, ну, значит, вы уйдете вот на самое нижнее свободное место и часть рынка потеряете. Поэтому добро пожаловать. Если у вас возникли какие-то вопросы, то обратитесь к людям, которые вас пригласили на эту презентацию. Они с очень большим удовольствием ответят на все вопросы и уже расскажут, как именно вам начинать строить бизнес и выйти на доход достаточно быстро. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.